Всем привет, с вами Кулер, и сегодня будем играть в Айгер матч против Pro76 Тима на 400к монет. Что, давайте пригласим соперника. Сегодня, стоп, еще я буду играть вот этим вот составом. Да, этими убийцами, как я их называю, потому что это единственное, это, мне кажется, единственная команда, которая меня... Ну вот, так, приглашение, походу, непрофессионально. Потому это единственная команда, которая у меня больше всего матчей выиграла, и этот убийца, конечно, Джексон Мартинес. 16 матчей, 23 гола, 4 голевые передачи. Колумбия. Давайте, тащите, ладно, давайте, я присоединяюсь к игре. Ну, ребята, поехали. Так, значит, соперник убивает форму Ман-Сити, я убираю форму Торонто. 85 общий Бундес, что он тут намалячил? Робен, Ройс, Абумиянг, Алаба, Пищик на центрбэках, Хумельс, Лена Тотс, Элия, Блащиковский, ну, ребят, Шванштайгер, Гёдзе, мощная команда. Но центрбэки, то есть, конечно, но моим они будут, мне кажется, Паско, не знаю даже, как тут уже будет. Ладно, Квадрада, Сантьяго Арес, Сантьяго, Дэра Морено, Дэра Морено вперед. Ой. Ой, прям точный выброс какой. Нет. Нет. Пере! 84 пейсмайк. Квадрада. Квадрада. А, нет. Верни. И туда. Хорош. Ребят, пока ничего. В атаке не... Ну, первые минуты проходит скучновато. Согласитесь. Марко Ройс не догонит этот мяч в жизни. Хорошо. Хорошо. Скинь обратно. И выбью. Оп, Квадрада. Нет. Не-не-не, завалил. Но мячик обрел. Вот так. Ой, вот хитрый заброс. Не-не-не-не. Ай, не прошел пас. Но можно продолжить. Блащ помог в защите. Ройс. Нет, передача не прошла. Сунига. Сунига. Джексон Мартинес туда. Да не туда. Хорош. И бей. Дэра Морено. Сунига. Фу-ху-ху-ху-ху. Это Лена Тотс. Это твоя мать Лена Тотс. Хорошо. Хамес Родригес пусть подает. Хамес подает. Да нет, ни гола не будет. Цапата. Скидывай. Да Цапата что так херово скинул, зато помог. Квадрат, лонгшот. Так, хорошо. Фредди. Дэра Морено. Хорош. И забивать! Джексон Мартинес! Джексон Мартинес. Джексон Мартинес. Джексон Мартинес. Твою мать, Робен. 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 Удар с правой. Хитром. Хитром. Но не действенно, я тебе так скажу. Так, Сунига. Сунига. Нет, Сунига не прорвался. Так, выбил. И очень опасно, Робен. Не-не-не-не, мне тут... Извините, Армейро. Да, немножко странная Колумбия, так как у защитника левого хай медиум, а вот у левого полузащитника медиум хай. То есть очень странно на самом деле, но не знаю, мне Цунига нравится. Дэра Морено. Верни. Хорош. Ну вот здесь надо все. Все, ты... Блин! Сколько моментов срали эти нападающие. Хорош. Сантьяго Арес. Ух. Ну, мать. Ну тут уже все, всрали, позиции, срали. Нет, смотрите.
Ошибка соперника и мяч наш. Морено. 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 Хумельс. Так. Швайнштайгер. Швайнштайгер. Играешь на Блаща. Соперник играет, я заметил, только через Робена практически. На самом деле, вот это вот момент. Удар. Штанга. Вот это заслуженная, ребят, штанга. Заслуженная, потому что я столько атак вел. С одной атаки забивать? Нет. Это нечестно уже. Так. Ну, хорошо. Так, соперник играет в быстрый пас. Заброс. Сапата. Дайра Морено, подключай и туда. И Джексон. Джексон, что ты сделал? Зачем ты головой пробил? Сапата хорош. Гори. Фредди. Фредди. Джексон. Джексон. Кривая передача. Кривые передачи. Ай! Морено. Морено! Что ты сделал? Так. Выбивают. Не-не-не-не-не-не. Так, Пере. Давай. Обезопасим ситуацию. О, Спина, что вы с дриблингом? Что у вас с дриблингом сегодня? Все вратаря. Он принимает очень плохо. На Джек... На Армеро. Армеро подключится к атаке. На Джексона Мартинеза! Джексон! С говно творится. Убивает. Наш соперник. Так, вперед передачу. На левый фланг. Навесим. Удар, гол, 1-0. Дайра Морено. Да! Дайра Морено, 45-я минута, 1-0. Фух! Хорошо, первая пошла. Тут хорошо мы подключили Цунигу, и он... Навесил, конечно, но, блин, я уже не знаю просто, что делать, уже так много. Так что кисайский заброс, ой. Точнее, как его назвать? Я помню, как он называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Арес. Арес. И на правый фланг. Квадрадо. Квадрадо убежит от кого угодно. Он такой вот ложную остановку делает. Оп. А там Гуарин. Блин. Закрыли Гуарин. Абумиян подключился в защите. Так, 1-0 после первого тайма. Мы выигрываем. У соперника я не знаю, сколько ударов было. Я не знаю. Один удар, и тот не в створ. Ну, тот в штангу удар. У меня 8 ударов, 5 стол. По владению выигрываем. По всему выигрываем. Фух. Хорошо. Левандовский. Швайнштайгер. Чё? Опять заброс? Не-не-не. Ух, Цунига. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, защите, какие провалы. Но... Так, соперник останавливает на мяч, подождем, пока он включится. Так, ребят, дождались, соперник включился. Прям в такой момент я не успел включить запись, но там ничего интересного не было. Дайра Морено. Нет, Дайра Морено убежал. Так, нормально, нормально все защитим. Какие забросы хер пробил. Ух, хорошо. Отбились. Цунига. Вперед. Мартинес. Ай-яй-яй. Марка. Эле. Ой, заброс там и все. Нет. Робен. Я чуть вперед делает. Удар! По спина! Спасает. Наши ворота. Квадрадо. Морено. Мартинес. Туда, на правый. Ой, походу соперник рубил контратаку. Мы рвемся. Эту контратаку. Ну куда? Я хотел на Дайра Морено. Ух, раз. Сдется. Левандовский. Нет.
Мяч Левандовски. Оп, успели. Лекса Мартинес. Да куда передачи? Да куда? Что у них сегодня с этими колумбийцами не так? Что с ними не так? Ройс. Ой, какой? Ройс, я уже путаюсь. Робен. Ну бежишь. А мы такие вот такую вот атаку-то развели. Цуниго. Пас. Пас. И удар. Слева. 2-0. Квадрат. 2-0. 2-0. Развели. Развели квадрата и удар. Слева нерабочей ноги. Не знаю, почему он мог, кстати, легко справа долбить. Так, опять. Выброс. О, спина! Нет. Морено. Я говорю, колумбийцы это вещь. Колумбийцы это вещь. Просто. Фух. Сантьяго. Сантьяго, Сантьяго, Сантьяго Арис. Вот так. Опа. Оп, квадрата. Оп. Хамис. Хамис вышел на убойную позицию. Лупаш. Не, походу все, соперник, ну, начал рубать контратаки, и все, мне уже в атаке все начало получаться. Это Пере. Сантьяго Арес. Вот так. Вот так и туда. Морено. Да блин, я думал, Хумельс быстрее. Так, ладно. Мы уже играем так, знаете, на спокойствие больше. Ай! Ей-ей-ей-ей, я не то сделал. Мартинес. Мартинес. Мартинес еще не все моменты срал. Откровенно говоря. Да, Морено. Эрмажан, по-моему, 99 подкуп, что ли? Ой-о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 й
На вратарь есть. Густян, он может упашить издали, но соперник стал разыгрывать и срал кожу. Так, хорошо. Морено, Куадрада рвет бровку. Надаря Морено, дару! Фу, Лена тот, твою налево. Хрен хилина. Сегодня спасает он. Ворота пустыми. Все это за удар. Это был наверняка Прея. У него пенника кюраси просто. Там, не знаю, плачевные. Ну, прыжки офигенные. Так. Джексон. Ой, ребята, что-то началось. На последних 10 минутах. Давайте я поставлю. Ай, дай соперник. Поставлю. Сейчас. Но вроде... Нет, ничего, нифига не восстановилось. Ну сейчас может быть гол. Уху! Харрис! Харрис! Твою! Харрис! Ты бог! Ты бог, Харрис! Ты только что просто от 100%... Вот, ребят, он только что просто вывел команду от 100% гола. Он встал на ворота просто. Я говорю... Нерарный бронзовый серебряный игрок. Бывают у меня такие. Например, Леонардо Бетанкур, тот же самый, Фаста Викфут, отличный игрок. Он тоже тащил нерарный. Вот скилл не поменьше вообще. Что-то Арес начал в атаке в атаку только ходить. Даже перестал ходить. Дарья Морен. Кстати, он может хоть не вкинуть, но 80. Целым стрэш. Ну, нет. Корень. А не смотрите. Подключите игрока! На следующий защиту тоже никого не по спину будет. Ой, там летает игрок. Так, Харрис, ты справишься? Справится, конечно. Это Сантьяго. Сантьяго, Квадрада.
туда. О, какой пас. О, какой пас зашибенный. Удар. Фу-ху. Как ударил-то Джексон Мартин. Все, ну 90 минут, ребят. 400 км. Если, конечно, ты не знаешь. Судья не даст 90. Все. Победа, ребята. Победа. Квадрадо и Дайра Морено сегодня отличились. Лучший игрок матча Армейро. Он все голевую сделал. Да. И Хамис Родригес голевая передача. Квадрадо и Морено голы. Да, Мартинес сегодня ничего не сделал практически. Ну ладно. Три удара, два стола. Соперник, а владение осталось такое же. Ладно. Перейдем к выдаче монет, как говорится. Итак, ребята, соперник желает Double or Nothing. Да, Double or Nothing. То есть он возвращает мне чуть больше, больше денег, если я еще раз побеждаю. Если он побеждает, я ему возвращаю эти 400 000. То есть все вот так вот сделано. То есть перейдем к второй игре. В следующей серии.